Привет, дорогой друг! Сегодня у нас будет анти-видео, потому что сегодня мы будем отказываться от одной очень вредной привычки. И эта вредная привычка называется желание, излишнее желание кому-то понравиться. Почему от этого важно отказаться? Наверняка ты замечал такую закономерность, что если ты изо всех сил стараешься кому-то понравиться, стараешься показать себя с лучшей стороны, как правило, получается все в точности да наоборот. Если ты хочешь понравиться девушке, то эта девушка перестает обращать на тебя внимание. Если ты просто хочешь понравиться какому-то человеку, если ты хочешь просто что-то доказать другому человеку, именно показывая свои лучшие стороны, этому человеку очень быстро становится на тебя все равно. И обратная сторона, что когда ты не обращаешь на себя специально внимание, когда ты общаешься с этим человеком, как будто тебе на него, ну не то чтобы наплевать, а тебе на него как будто бы все равно, то есть вот полное равнодушие, эти люди почему-то начинают к тебе притягиваться. И это очень важная закономерность, которую нужно, во-первых, понять, во-вторых, осознать, в-третьих, постараться искоренить в себе эту негативную привычку. Почему так происходит? Давай разбираться. Все дело в том, что когда ты стараешься понравиться человеку, во-первых, ты выглядишь очень-очень неестественно, а это уже отталкивает. Это уже отталкивает от тебя другого человека. Более того, когда ты пытаешься понравиться, ты стараешься показать все свои лучшие стороны. А когда ты начинаешь показывать все свои лучшие стороны наружу, то есть начинаешь хвастаться какими-то своими регалиями, может быть, в каком-то определенном контексте ты говоришь о своих заслугах, о своих достижениях, ты как будто пытаешься поставить себя выше этого человека. И в этот момент получается вот какая история. Вы, условно говоря, начинаете мериться пиписьками, вне зависимости от того, мужчина ты или женщина. То есть, когда ты пытаешься произвести какое-то впечатление на другого человека, то это играет очень сильно против тебя, потому что ты возвышаешь чувство собственной значимости, да, ты показываешь превосходство перед этим человеком, и человек может либо начать тебя игнорировать, либо начать с тобой играть в эту же игру. И поверь ты мне, даже если вот мы с тобой сейчас будем общаться, нету ни у кого лучше достижений, нету ни у кого хуже достижений. Просто каждый уникален в чем-то своем. Но если мы начинаем мериться вот этими вот своими достижениями, вот этими вот качественными достоинствами, то другой человек, который находится рядом с нами, он начинает чувствовать рядом с собой, рядом с тобой себя достаточно, ну скажем так, ущербным. И опять же повторюсь, два варианта. Либо он начинает тебя игнорировать и думать, ну ладно, что я буду рядом с ним стоять, я такой неуверенный, а он всю демонстрирует уверенность. Ладно, о чем мне с ним общаться, он там кандидат наук, а я просто там, я не знаю, обычный студент. Ну и так далее, да, тут примеров ты уже очень можешь много сам для себя придумать. Но смысл этого видео не в том, чтобы тебе показать. Смысл этого видео в том, чтобы ты задумался и бросил себе вызов на одну неделю. Просто в любом общении с любым человеком, вне зависимости от того, какое это общение, просто запрети себе прокачивать в себе вот это вот желание кому-то понравиться. И поверь ты мне, вот эта серия видео утренних раскачек, она как раз-таки сконцентрирована на том, чтобы ты попробовал, взял в течение одной недели какую-то одну фишку, какой-то один лайфхак жизненный, которыми я щедро делюсь на этом канале. Просто в течение недели одно действие ты делаешь, и ты начнешь ощущать результаты, ты начнешь их замечать. Если говорить в контексте этого видео, то здесь конкретно ты перестаешь, искореняешь в себе вот это желание кому-то понравиться, и ты увидишь чудо. Ты увидишь чудо, потому что люди с тобой начнут общаться совершенно по-другому. Это произойдет из-за нескольких вещей, которые я уже говорил. Ты не будешь превозвышать себя в глазах другого человека, и он начнет к тебе относиться как к равному. И второе, ты будешь более естественным, ты будешь более
настоящим. Ведь когда ты общаешься, допустим, со своим другом, которому ты уже очень сильно, глубоко доверяешь, тебе не нужно перед ним выеживаться, я вот так вот скажу. Тебе не нужно перед ним выпячивать свои сильные стороны. Он тебя знает как облупленного. Он знает и сильные твои стороны, и знает твои слабые. И у тебя нет вот этого желания. И ты с ним можешь совершенно нормально общаться. И между вами именно за счет этого происходит вот это теплое взаимодействие. Как мы говорим в НЛП, рапорт. Рапорт – это доверие на бессознательном уровне. Так вот, бери за правило на эту неделю до следующего вторника. Каждый день напоминай себе о том, чтобы ты пресекал любое свое желание понравиться другому человеку. И ты увидишь, какую позитивную роль сыграет это упражнение в твоей жизни. Ты просто не поверишь этому простому лайфхаку. Итак, что нужно сделать? Любое желание понравиться просто оставить на неделю. Просто попробовать дать себе возможность попробовать неделю жить по-другому. Не стараться понравиться. И ты увидишь, что люди начнут к тебе очень сильно тянуться за твою настоящесть. И дальше. Если ты хочешь, чтобы все точно сработало, обязательно поставь лайк этому видео. Не для того, чтобы у меня под видео было больше поднятых пальцев вверх, а для того, чтобы ты, наверное, знаешь эту фишку. Когда ты ставишь лайк видео, оно добавляется к тебе в плейлист понравившееся видео. И ты можешь в любой момент времени, не утруждая себя в поиске YouTube, искать какое-то конкретное видео, просто посмотреть понравившееся тебе видео и очень быстро к нему вернуться. Поверьте мне, это очень хорошо работает. Я именно пользуюсь этой фишкой, чтобы не терять те видео, которые мне действительно понравились. Те видео, которые мне не нравились и которые я не собираюсь пересматривать, я их не добавляю. И сейчас я даже ни капельки не пытаюсь тебе понравится. Я желаю тебе успехов, я в тебя верю. Не пытайся никому понравиться. До следующего вторника. Пока-пока.